Значит, вот у нас новый тестер. Мы заново меряем наш вольтаж. Не знаю, получится нормально у меня одной рукой это сделать. Нет. Надеюсь, что получится. Да, 13,8. Ну и сейчас нам надо его завести и на заведенном все это проверить. Повернули замок зажигания, стало 12,6. Завели холостой ход, 12,5, а должно быть 13. Это нам показывает то, что зарядка сейчас не идет. Даем газу. Не идет. Нет зарядки. Что? Нет зарядки. Он хороший человек, дал очиститель контактов. Сейчас мы пшикнем и посмотрим. Может быть, контакты почистятся и зарядочка пойдет. Вот, потому что вижу я там зеленые окисления. Надо их, эти зеленые окисления, убрать. Значит, нашел я их как вот здесь. Ну, я думаю, все знают, что это на стартер пусковое. Но, естественно, через нее и зарядка на аккумулятор идет. Поэтому, в сути, видите, да, зелень везде. Там они, в принципе, чистые. Вот. Но вот здесь внутри они прямо коржи зеленые. Вот. Естественно, вот реле зарядки стоит. И до него я сегодня не доберусь, завтра буду смотреть. Там, скорее всего, тоже либо будет контактом хана, либо самой релюхи. Ну, если что, буду менять релюху. Все увидите, поэтому смотрите, все покажу. А сейчас мы будем чистить вот эту фишку. Вот так вот точно будет видно. Все началось с того, что у меня плавали обороты. Естественно, все говорят, синхронизируй карбюраторы, смотри свечки. Поменяли свечки, синхронизировали карбюраторы. Ничего не помогает. Останавливаешься на светофоре, обороты то 1200, то 700. Туда-сюда, туда-сюда. То все стабилизируется, он работает нормально 2 дня. Потом на какой-то день у него начинают они плавать. Долго думали, что что-то по электрике. Долго думали, что что-то по топливу. В итоге... как-то раз я заглох вечером прямо в центре города. Вот. После этого понял, что на аккумулятор не идет зарядка. Ну и вот мы решили ее померить. Поэтому, ребята, факторов много всяких. Сперва все проверяйте, прежде чем куда-то лезть, что-то делать. Потому что синхронизация карбюраторов стоит денег, замена свечей стоит денег. Проблема была не в карбюраторах и не в свечах вообще. После синхронизации, кстати, работа двигателя вообще не изменилась, и синхронизация почти никак не повлияла. Чтобы снять реле зарядки, нам надо открутить на этом мотоцикле заднюю ручку, скинуть всю заднюю пластмассу, 4 болта плюс 4 болта. И, естественно, на 2 болтах реле зарядки. Ко мне подъехал друг, немножко помог. Вот. Реле держится на 2 болтах, у нас там не откручивалось, не было всего инструмента. Кстати, монтируя видео, заметил, как красиво летят сверху облака. Короче, ребята, не знаю, может быть, так делать не надо и не нужно, но я считаю, что хуже я точно не сделаю. Вот. Поэтому решил я намазать ее термопастой КПТ-8. Ну, это еще советская термопаста. В принципе, ставится она на радиаторы, на процессоры, на микросхемах и везде. Намажу небольшим слоем, пусть она будет, я считаю, что она не помешает. Все заебись стало. Так, ключ где остался. Так, ну что, мы померяем, что
что он показывает? 12,9. 12,9. Такая. Заводим. Ну что, победа? Зарядка идет. Ну это все благодаря Алексею. Видите, он все нам сделал. Поэтому все, если что, пишите, обращайтесь, звоните, номер телефона оставлю внизу в комментарии. Сейчас отремонтируем реле, кому надо, обращайтесь, продадим. Оригинальное, все как положено. Долго ковыряют. Долго, долго. Да не ковыряют, все уже похуй. Ну вообще сверкость. Тестер у нас есть, кроме тестера в принципе ничего нету, мы только тестером умеем пользоваться и все. Ну что, едем смотреть H2.